физкульт-привет, участники и болельщики культурно-спортивного праздника «Лучевская лыжня». Сегодня все флаги предприятий, организации, учреждений района привели вас в уютное место в пойме реки Лучоса для участия в нашем традиционном спортивном празднике. Честно говоря, за год уже, наверное, все соскучились по скрипу снега, по настоящему морозу и атмосферу борьбы, эмоций и, самое главное, хорошего настроения и здорового образа жизни. Я искренне приветствую всех любителей лыжного спорта, активных занятий физической культурой спорта на трассе училища Олимпийского резерва. Училище, которое дало или внесло весомый класс в подготовку спортсменов высокого класса, победителей и призеров международных соревнований и Олимпийских игр. Ну что ж, Абадор в Лучосе, приветствуем! Мясокомбинат, главный инженер Орлов Алексей Александрович. Ну, такие соревнования, конечно, участвуем мы каждый год. Стараемся выставлять свою команду во всех соревнованиях, не только в наших Первомайского района, но также мы участвуем в областных соревнованиях, которые проходят в городе-городке. Как раз они будут в следующей неделе. Вот, команда готовится. В этом году в этих соревнованиях я сам участвую, буду в первом забеге. Через руководителей бежать, так что отстаивать честь своего родного предприятия. Я видел ваше предприятие здесь и торговлю свою организовывал. Да. Ну, мясокомбинат же должен показать, что он мясокомбинат. И шашлык представить людям, и колбаски, чтобы человек мог отдохнуть, покушать. Ну и вообще получился праздник. Как настраиваетесь, какая цель соревнования? Настраиваемся, кажется, на позитиве все. Ну, на победу, всегда настраиваемся на победу. Самое главное пройти, чтобы день прошел просто замечательно, весело, задорно, чтобы коллектив сплотился. Ну, это просто праздник. Отдыхаем. Коллектив регулярно участвует во всех этих соревнованиях. Мы за здоровый образ жизни, мы его пропагандируем, потому что здоровый образ жизни – это, наверное, 60% успеха вообще здоровья человека. Вот, поэтому это праздник не только в нашем учреждении, но и во всем Первомайском районе. Уделяется большое внимание здоровому образу жизни, и мы рады участвовать. А вы лично часто на лыжи становитесь? Я, стараюсь по выходным. Любитель, лыжи есть, муж, ребенок, мы друзья. Поэтому собираемся, и когда и позволяет погодные условия, то встречаемся на лыжне здесь, в Лучосе. Спасибо большое, удачи. Участвуем постоянно, все время. Последний раз, когда 2 года назад была Лучевская лыжня, я тоже участвовала, заняла 3-е место среди руководителей. В этом году тоже принимаю участие. Ну, надеюсь на победу, а там как получится, главное участие. Ну, а ваш коллектив как вообще придерживается здорового образа жизни? Обязательно, у нас настолько вот у нас вот весь вот все наши готовы, все наши участвуют, кто в чем, кто в шашках, кто в лыжах, то есть активно. В прошлом раз и позапрошлый раз мы были вместе с детьми с нашего учреждения, были наши маленькие детки. В этот раз, конечно, погода подводит, поэтому мы без детей, но своим дружным коллективом. Спасибо. С какой сад? Отходите. Николай Валерьевич, Первомайский район Витебска, наверное, хочет быть первым в городе не только по промышленности, но и по спорту. В прошлые выходные проводили хоккейные матчи на базе 23-й школы, сегодня проводите Лучевскую лыжню.
так ли? Ребята, давайте без лишней скромности я вам скажу о том, что не хочет, а Первомайский район, если он не первый, то он лучший. И не только в результатах работы в промышленности, но и в спорте. Традиционный праздник, как вообще удается всех собрать здесь, провести так массово, ярко и красиво? От того, что по большому счету праздник проходит по желанию, по приглашению. Насильно никто никого на дистанцию не гнал. Команды предприятий, организаций и школ пришли, но для того, чтобы, подготовившись за 2 года, при отсутствии зимы в прошлом году, но уже соскучились, поэтому есть действительно элемент соревновательности, состязаний, когда, увидев, что команды, соседи, коллеги в прошлом году были сильнее, было время подготовиться для того, чтобы выступить красиво, ярко и, самое главное, результативно. Ну, вообще здесь Олимпийка, ну, подождите, сыграем еще раз. Да не, я не хочу. В шахматы, в нарды. Отлично, дальше!